приехал наш русский парнишка-то в Англию, ну, новый русский. Ну, дал как следует в кабаке, конечно. Ну, стоит на мосту и это, прямо с моста, ну, писает, так сказать, на проезжую часть. Ну, подходит полисмен, ну, Бобби по-ихнему. Говорит, сэр, вы как можете себе такое позволять? Ведь там внизу часто проезжает на своем авто английская королева. Он говорит, бал я вашу королеву в натуре. Говорит, извините, сэр, это меняет дело. Мчится, значит, по Варшавке, ну, по Варшавскому шоссе, КамАЗ. Ну, так, километров 100 чешет. И вдруг красный свет. Ну, водила, значит, по тормозам. Вот, КамАЗ как вкопанный. И сзади в него, значит, 600-й мест, так только дуду. Ну, водила из КамАЗа выходит, так идет назад, смотрит, говорит, ну, твою мать, только вчера новое ведро повесил, а? Ну, Вовочка, мальчик такой, значит, сын нового русского. Ну, опоздал, значит, на урок, ну так забегает в класс и шмыг за парту. А учительница ему говорит, Вовочка, да как же тебе не стыдно. Ну ты бы зашел, как интеллигентные люди входят, ну как папа твой. Выйди сейчас же из класса и зайди, как вот входит твой папа. Ну Вовочка вышел, так дверь ногой, бабах, заходит, ручки поднял, пальцы веером и говорит, ну шо, козлы, не ждали, а? На перекрестке, значит, врезался в столб парнишка, ну, на этом, на 600-м, ну, Мерседесе, значит. Ну, разворотила тачку, конечно, и он вот лежит там, окровавленный, там, ну, ходят там эти пешеходы. Ну, бабушка подошла, говорит, сынок, ой, что ж такое с тобой? А он лежит вот это, стонет, ой, говорит, 130 тысяч баксов, мерз, пропал. Ой, 130 штук. Она говорит, сыночек, да ты же он весь окровавленный, что ж ты? Да не, ой-ой-ой, ой, мерз. Ой, 130 тысяч баксов. А бабушка ему говорит, сынок, так у тебя ж и руки левой нету. Он говорит, ой, твою, и ролик золотой, а? Утром раненько на работу, со двора, на хорошей машине, ну, на очень хорошей машине. Вдруг сзади только тук ему, поворачивается, смотрит в окошко. Эй, запорожец врезался. Ну, он выходит, подходит, там сидит такой, ну, мужичок плюгавенький. Он говорит, ну, что ж, тебя ж и взять же нечего. Ну, смотри, козел, чтоб я тебя здесь больше не видел, понял? Отпускаю с миром. Ладно, вали. Ну и уехал. На следующее утро опять же выезжает. Только выезжает со двора. Только бух опять. Поворачивается, твою мать. Опять тот же самый запорожец. Но он выходит и говорит, ну я ж тебе сказал, тихо, чтобы тебя здесь не было. Ну вот это моли Бога, что ты рядом здесь где-то живешь. Только за это прощай. Ну взять же с тебя нечего. Ну ладно, вали, и чтоб я тебя больше никогда не видел, понял? Ну и уехал. На третий день выезжает с утра опять со двора. Опять слышит сзади бу-бух. Поворачивается, а там через окошко этот сидит и ручками так машет. Свои, 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 твои. На рыбалке, значит, на берегу озерца сидит банкир,
со своим охранником, ну и с братвой. Короче, погода мерзопакостная, клёва нет, час сидят, два сидят, тоска. Ну, ну что делать? Ну, а банкир, он оптимист, парнишка. И говорит, да сейчас вот минут 10-15, ну 20 от силы, так сейчас вот этот ветерок тучки разгонит, солнышко появится, и клёв пойдет, да сейчас будет все нормально. Ну, охранник ему говорит, ну смотри, говорит, сейчас из них никто не тянул, ответишь, понял?